Еще одно обращение депутаты облсовета посвятили последствиям засухи, из-за которой аграрии несут колоссальные убытки. Большая часть уборочной кампании уже позади. Урожайность на юге области в разы меньше, чем в прошлые годы. В конце весны регион посетили представители Минагрополитики и пообещали компенсировать фермерам затраты на посевную кампанию, чтобы была возможность хотя бы рассчитаться с пайщиками и кредиторами. Но обещать не значит сделать. Как будут компенсировать, никто до сих пор не знает. Это значит, нужно снова отправлять обращение в правительство, парламент и офис президента. В разрезе того, что к нам приезжал Высоцкий, вы это все об этом знаете. Мало того, на каждой встрече, где он сделал несколько поэтапно, начиная от Саратского района, заканчивая Ренинского, выдал как бы за основу порядка 6-6,5 тысяч гривен помощи государства на гектар. Люди ухватились за эту идею, но по сей день ситуация не изменилась, кроме тех обещаний, которые были, так сказать, высказаны этим посадовцам.